Мама, конечно, всегда была для нас особенным человеком. Она была для нас героем. Если моя мама говорила слово «обещаю», она всегда его исполняла. Чего бы это ни стоило. Хотелось все вернуть, а это невозможно. Мама, тебя уже нет, и мне не обнять тебя снова, как будто бы смерти запрет стал между нами основой. Стоя над могильной плитой, я каждый раз вспоминаю тебя счастливой такой, и слезы глаза наполняю. Замену нигде не найти твоим глазам. Сильно хочу я внимать твоим словам. Ведь ты так нужна мне, мама. Ангел мой неземной, герой мой, ты мой наставник. И кажется мне порой, без тебя я потерянный странник. Когда ты рядом была, трудно представить было, что разлука так тяжела, так что кровь закипает в жилах. Замену нигде не найти твоим глазам. Так сильно хочу я внимать твоим словам. Ведь ты так нужна.